Я хотел бы знать, отчего изменник Муравьев до сих пор не остановлен вами. Не у вас, у нас цели правые, а способы преступные. История творится в Петербурге. Здесь она умирает. Завтра все изменится. Изберем диктатора среди нас и вступим в переговоры. Какие переговоры? Мы только что стреляли в них. Скажи Трубецкому, если он не решится, мы сами выйдем. Во Франции аристократов вешали на фонарях. Если как во Франции, то всем здесь присутствующим висеть. Они не посмеют в нас стрелять! Мы не пролили ни капли их подлой крови. Спичка, которая разожжет все, да и сгорит сама.